Украинский полковник, которого подозревают в госизмене. Ну да, видели меня, возможно, да, в российской форме. Почему Ивана Безъязыкова освободили из плена, представили президенту Украины, а затем отправили за решетку? Пан Безъязыков ни в якому полоні не перебував. Детали уголовного дела и эксклюзивное интервью «Донбасс Реалии». В принципе, подробненько написал все, что хотел. Вот эти 13 страниц и есть ответы Ивана Безъязыкова, которые он написал в Лукьяновском СИЗО. Полковник рассказывает свою версию того, как он попал в плен, в каких условиях находился в Донецке и что теперь, когда после плена боевиков попадаешь в украинское СИЗО. Август 2014-го. Село Степановка Донецкой области. Артиллерия боевиков разбивает колонну украинских военных. Раздолбили мы вашу армию. Иван Безъязыков, в то время начальник разведки 8-го армейского корпуса и один из главных военных начальников в секторе Д на границе с Россией. 16 августа он и еще двое военнослужащих выдвигаются к боевикам на переговоры, чтобы забрать тела погибших под Степановкой, и попадают в плен. Коли після допиту нашого бойового товариша до нас підійшли та запитали, хто з нас начальник розвідки, не було смислу приховувати, хто я є насправді. Причому у мене немає ніяких нарікань на поведінку інших. Відчувати на собі катування дуже тяжко. Знаю по собі. На подконтрольную Украине территорию Иван Безъязыков вернулся спустя 23 месяца, в июне 2016-го, а уже в декабре его отправили в украинский следственный изолятор. Перейшов фактично на сторону незаконних збройних формувань і працював на них. На должность замначальника разведуправления группировки ДНР, по данным следствия, Безъязыков поступил 25 августа 2014-го, то есть на 10-й день после попадания в плен. Руководил этим подразделением боевик «Хмурый», тот самый, который в списке причастных к катастрофе малазийского «Боинга». Мені пропонували високі посади в структурі ДНР, велику зарплатню, любе житло, включаючи елітне, можливість переправлення моєї родини на окуповану територію. Я відмовлявся від цих пропозицій. Тоді Хмурий вдався до практики моєї компрометації та відсічі можливості мого повернення. Все, що зараз СБУ намагається представити як докази у моїй справі, то є у більшості заходи, які повинні були мене дискредитувати. От. Ну, це він записував свої дні, проведені в плену. Ну, когда он мог записывать. Маргарита Безъязыкова показывает записи, которые ее муж делал в Донецке. Рассказывает, полковник вышел на связь спустя 2 недели после того, как попал в плен. Затем переписка стала более-менее регулярной. И никогда не скрывала, да, он выходил в социальные сети ВКонтакте. И более того, и он этого не скрывал. И он в СБУ все рассказал. Что была возможность переписываться, и он ее использовал. Теперь эта переписка – часть доказательств в уголовном деле. Общались Безъязыковы, используя вымышленные имена. Я, конечно, могу сказать, ребята, у моего мужа все хорошо, и не надо его искать. Ты так предлагаешь? Я не молчу, иногда отлучаюсь по работе. Работа физическая? Нет, по специальности. Чуть другой профиль. Согласно переписке, обнародованной в суде, полковник Безъязыков приглашал жену в Донецк, обещал машину и охрану. Ты где? Как твой день прошел? Нормально прошел. Купил пиво, рыбы. Душевно получилось. Ты смотри мне там, не спейся пиво с рыбой. Так, что-то захотелось. Пан Безъязыков ни в якому полоні не перебував. Його переміщення ніхто не обмежував. Я думаю, ви погодитесь, що особа, яка перебуває в полоні, не п'є пиво з рибою, не ходить в баню, не може надати гарантии безопасности своей дружине. Но Маргарита Безъязыкова уверяет, в то время от имени полковника ей также писали боевики. И именно они зазывали ее в Донецк. Про пиво я не помню этого. Я не помню этого. Что касается того, что меня затягивали туда, я говорила об этом, что меня затягивали. Я просила помощи в СБУ. И именно СБУ мне говорили, переписывайтесь, пишите, делайте вид, что вы верите, что это вам пишет ваш муж. Кроме переписки, есть в деле и телефонные разговоры. Согласно им, Безъязыков выполняет поручения и сам отдает приказы боевикам. Он сейчас в Мариуполе, мне просто туда позвонить некому. Если там какие-то сведения сказаны в тех разговорах, которые могут нанести вред хоть одному военнослужащему украинской армии,
с тех разговоров, если он был нанесен. Я готов тогда здесь вот действительно сесть на 10 лет и сидеть. Но в материалах дела есть показания других украинских военных, которые были в плену. Еще в декабре прошлого года на них ссылались в СБУ. Я цитую из свідчень звільненого нашого хлопця. Намагалися схилити мене на перехід на сторону ДНР. При цьому без язиків запропонував посаду замкомандира отряда. Під час бесіди без язиків поводив себе вільно, був одягнутий у військову форму РФ та мав при собі зброю. Коли ти знаходишся в плену, ти собі не принадлежиш. Ти можеш або виконувати їх требування, ну, або, ну, как бы героически умереть. Все-таки более тяжело остаться живым. Дело Ивана Безъязыкова уже в суде. Именно там мы смогли записать его видеокомментарии. На полноценное интервью в СИЗО дали согласие суд и Минюст. Но в итоге Центральное управление по вопросам исполнения наказаний нам отказало. Письменно, так и не назвав причину. Сам Безъязыков в написанных для Донбасс реалии ответах заявил, не жалеет о том, что вернулся на подконтрольную Украине территорию. У найгіршому випадку, якщо суд прийме рішення на моє ув'язнення, все одно я думаю, що краще знаходитись в буцегарні, чим воювати зі своїм народом. Если суд признает Ивана Безъязыкова виновным в государственной измене, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ярослав Кречка, Роман Ребрий, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.